рассада флокса метельчатого радомир ценится среди садоводов за высокую декоративность. Этот сорт используют для украшения садовых объектов и выращивают на срезку. Нежные цветы окрашены светло-розовым, на фоне которого ярко выделяется малиновый глазок. Кусты особенно красивы в одиночных посадках. Справиться с выращиванием рассады флокса метельчатого радомир могут даже начинающие садоводы. Растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и подкармливать удобрениями. Выбирая место для посадки, лучше остановить выбор на солнечных или слегка затененных участках. В густой тени снижается декоративность. Флокс метельчатый радомвайр – это травянистый высотой 100 см. Цветет растение в месяц июль-август. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.